Друзья, и вновь мы на любимой улице Соборной. Для того, чтобы узнать у наших любимых жителей, как они занимаются личным саморазвитием. Пойдемте и узнаем все секреты их личного успеха. Программа «В городе 512». Расскажите, как вы занимаетесь личным саморазвитием? Читаю книги, смотрю фильмы, передачи. А какие практические советы можете предложить людям, которые сидят дома, ничего не делают? Пусть читают книги. А после того, как почитаете, не вдохновляет пойти и вот повторить в жизни что-нибудь из прочитанного? Ну, вы знаете, вот, например, последняя прочитанная книга Марселла Монро, там про девочку, которая хотела покончить с собой, и все-таки в конце книги она покончила, так что нет, как-то не хочется, знаете. На этой позитивной ноте мы вам говорим спасибо. Развивайтесь, друзья. Расскажите о том, как занимаетесь личным саморазвитием. Чем занимаетесь? Что можете посоветовать? Я занимаюсь танцами. Какими танцами? Современными. Слайсы. Приходите все. Извините, я тороплюсь. Понял. Хорошего дня вам. Карате. Мне нравится. Давно занимаешься? Угу. Сколько уже? 3-й год. Какой у тебя пояс уже? Оранжевой с синей полоской. Отлично вообще. То есть, если такой вот даже взрослый дядька, как я, где-нибудь там что-то от тебя захочу, сможешь навалять, правильно? Да. Ну, я бы не рисковал связаться, на самом деле, с этим молодым человеком, потому что выглядит он реально опасно. Учу разные композиции на инструменте и развлекаюсь этим. А где занимаетесь профессионально? Музыкальное училище, первый курс. Какие можете дать советы людям, которые ничего не делают, бездельникам? Лучше чем-то заниматься, а то пролетит время и его не вернуть. Я вокалист. Можете прямо сейчас что-нибудь исполнить? Давайте попробуем. Я классический вокалист, если... А вот, например, вот я просто на самом деле, я классический бездельник, я ничего не понимаю. О, и вам салют. Чорні брови, карі очі, темні, як нічка, ясні, як день. Ой, очі, 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 дівочі, де ж ви навчились водить людей? Друзья, просто фантастика. Прямо вот так, на улице Соборной, с самого утра, и таких талантов мы встретили. Ребят, вам спасибо, хорошего дня. Вы отличный пример для тех, которые ничего не делают. Расскажите, как вы занимаетесь личным саморазвитием? Считаю. Не знаю. Учусь. Что читаете, что можете порекомендовать нашим зрителям? Порекомендовать? Ну, смотря какие области, из чего изучение. Ну, я думаю, что наши зрители оценят что угодно, скажем так. Что угодно? Ну, хорошо, можно начинать с самого простого. Вот есть ВКонтакте, заходите там всякие паблики, там IQ журнал, всякое такое, там интересные факты. Ну, мне кажется, ничего. Плохой совет для людей, которые собираются читать, это говорить, заходите в паблики. Нет, чего, они там, чего, там так интересно. Сказать, залипнут. Ну, залипнут, там есть всякие быстро, понятно, быстрые факты, прочитать можно. А, хорошо, а вот, возможно, спортом занимаетесь еще? Спортом, да. Можно. Чем занимаетесь? Да, просто хожу в зал. Супер, а в какой зал? Сейчас сделаем рекламку. А я не Николаев живу. А, вообще отлично, откуда вы? С Северного Уэльса. Ого, ого. А чем живет Северный Уэльс? Чем живет Северный Уэльс? Это, честно, не знаю. Такое село. Да? Да. Это Великобритания, правильно? Да, Великобритания, да. А как так вышло, что вы так хорошо говорите на русском языке, но при этом... А я родился в Николаеве, сейчас живу, учусь в Северном Уэльсе. И как вот попасть вот из Северного Уэльса попасть в Николаев? Как ощущения? Отлично, родной город. Обратно хочется? Ну, я имею в виду Северный Уэльс. Не хочется. Здесь больше нравится. То есть... Солнечно, там погода, дождь, там дождь плохо все время такое. Ну что ж, друзья, вы сами убедились в том, что талантливых людей у нас очень много, а значит, они работают над собой. Этим займитесь и вы.